1 ноября на базе многопрофильной гимназии номер 16 города Каспийска прошла торжественная церемония закрытия международного творческого проекта «Созвездие добра», который также включал в себя фестиваль «Без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья и всероссийский фестиваль «Поющий Дагестан». Все эти три дня жители республики радовали концертные программы и яркие номера от танцевальных ансамблей со всей России. На сцене выступили хореографические коллективы «Цветель», «Мир танца», танцевально-акробатическая студия «Грация», образцовый оркестр народных инструментов «Кредо», студия танца «Фламенко» и многие другие. Отметим, что вокалисты и хореографические коллективы приехали к нам из разных регионов. Республики Дагестан, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Архангельской области, Северодвинска, Донецкой народной республики, Республики Крыма, Новосибирска и Узбекистана. Подчеркнуть, что проходил форум при поддержке правительства Республики Дагестан и Министерства культуры региона, администрации Каспийска и многих других. Организаторами фестиваля выступил благотворительный фонд «Ангел Надежды» в лице президента фонда Светланы Романовой. И мне хочется, чтобы этот фестиваль, вы знаете, остался в каждом, искорка этого фестиваля осталась у каждого и здесь, из присутствующих в сердце. Вы знаете, я когда выхожу на сцену, у меня немножко прям замирает сердце, скажу вам честно, каждый раз, потому что этот фестиваль для меня, я в этот фестиваль тоже вложила частичку своего сердца. Фестиваль был проведен с целью объединения и поддержки творчески одаренных исполнителей, любителей и любительских коллективов всех возрастных категорий, а также профессиональных исполнителей и деятелей искусств. Кроме того, в проекте приняли участие не только нормотипичные дети и молодежь, также дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна и аутизмом.